Здравствуйте, Марина. Я хочу снять видео, показать орхидейку, что я в письме вам писала про шикарный бордо мультифлорку. Мы очень довольны, счастливы, нарадоваться не можем. Муж перед сном все время ее проверяет, смотрит, любуется, наслаждается. Вот она такая у нас красавица. Было два бутончика на ней. Вот. Но второй бутончик почему-то завял. Было какое-то черное пятнышко на бутончике, на самом, на бубочке. Он распустился, день нас порадовал и завял. Что послужило этому, не знаю. Вот новый листик она нарастила уже, какой шикарный, тоже красивенький. Вот листики у нее все хорошенькие. Вот корешки у нас тоже тут проклевываются. Уже все больше и больше вот разрастаются. Вот, вот корешок. Внизу вот корешок. Мха очень так немного, но он сам по себе внутри, я смотрю, уже тоже так разросся, позеленел весь. Ну, я на этом не переживаю, потому что я знаю, что это все это нормально. Вот такие у нас тут стволики, точка роста. Вот так мы выглядим. Тоже хорошо все, без всяких там как-бяк, жучков и так далее. Вот. Вот здесь у нас вот корешки тоже вот в таком состоянии у нас. В общем, все шикарно, все отлично. Мы очень довольны, счастливы, счастливы. Вот. И все цветы, которые мы у вас брали, постепенно буду уже тоже там фоткать или видео снимать, потому что на фото качество не передается так, как хочется. Вот он такой в жизни. Спасибо.